Магазин бытовой и цифровой техники Smart Dom. Только у нас самый широкий выбор лучших товаров в рассрочку и по выгодной цене. Современные телевизоры Samsung, LG, BQ, Горизонт и других производителей. Ультрасовременные стиральные машины, холодильники, ноутбуки, другая мелкая бытовая и цифровая техника в наличии и под заказ. Ну, за понимание. Smart Dom. С нами легко договориться. Что вам пожелать, дорогие друзья? Конечно же, здоровья. Как это бы банально не звучало, будьте здоровы. Хочется пожелать вам, чтобы вот что-то задумано, о чем мы только что говорили, и будущее вашей жизни обязательно сбылось. Продолжается новогодняя республиканская акция «Наши дети». Особенно много гостей бывает в эти дни в домах семейного типа. В приемную семью Краснобаевой, где воспитывается 10 детей, приехал председатель райсовета депутатов Олег Таргонский с представителями предприятий города. Поздравляю сердечно вас от всего коллектива Смоленского хлебозавода с наступающим Новым годом. Здоровья вам, радости и счастья, любви и тепла вашему дому. Праздничного вам, сказочного новогоднего настроения. И для этого сладкие подарки вам подарок. Спасибо. Весь коллектив Альбертина присоединяется к этим всем словам. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Год был непростой. Я думаю, следующий будет лучше. Всего вам наилучшего. Ну и подарки всем. Спасибо. Деткам маме потом отдали на фирму. Держите, держите. Спасибо. О, возьмешь? Все, праздник у вас. Никогда на первом плане не ставила здоровье, а теперь эту зиму поняла, что это самое важное. Потом всем здоровья, здоровья, здоровья. Семью Чиликов посетила группа гостей во главе с председателем райисполкома Геннадием Хомичем. Чилики недавно победили в престижном областном конкурсе. Их опыт работы изучают в республике. Здравствуйте, мои друзья! Волшебный новогодний час! Пришли сюда мы не напрасно. Мы время проведем прекрасно. Пусть праздник наш счастливым будет. Друг дружке улыбнитесь, люди. С Новым годом! Конечно же, слышали и радуемся за семью, что планета «Семья» был конкурс у нас в Владимирской области. Уже второй раз вы, Елена Марьяновна, Андрей Геннадьевич, победители этого конкурса. Конечно же, с детворой будете представлять на президентском празднике 4 января. Сегодня участвовать в этом празднике. Заранее тоже вас поздравляем с этим. Конечно, для детей из приемной семьи оказаться на таком мероприятии, это очень высоко. Уважаемые наши родители, Елена Марьяновна и Андрей Геннадьевич, в вашей семье когда ни зайди, радость, улыбка, дети счастливые, а это, наверное, красивые. Самые красивые, самые, и с каждым разом они все краше и краше, они расцветают. И это, наверное, самый главный показатель. Ну давай, Илья, расскажи нам стишок. Послушай, Дедушка Мороз, и верю, ты подаришь радость, и то, что к празднику принесся, по заслугам нам досталось. Вели себя мы хорошо и праздновать сегодня рады. И ты к нам в Новый год пришел, вручить подарки как награды. Давай поводим хоровод и праздник сделаем душевный. Пусть наступивший будет год таким же радостным, волшебным. Молодец, умничка, Деда Бородов, не награда. 13. Какая большая Кира у нас. Ну давай, Кира, рассказывай. Рысь мчится Новый год, в дом спешит стучиться. На озерах белый лед, глаз лепит и скрится. Клен ольху обняв стоит, так теплее вместе. Что-то тихо говорит ей своей невесте. Солнце скоро упадет, весело за горы. Забуянин запоет, лес пургой звонкой. Снег закружит хоровод, вихрем закружится. Скоро-скоро Новый год, рысь в гости мчится. Молодец, Кира, держись. И снег кружится, летает, летает. И позеркою рубя. Заметает его. Заметает зима, заметает. Все, что было, коробка, ну-ка, да, для тебя.